Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала. Вот и в Краснодар наконец-то пришла настоящая зима. Вчера снег шел весь день. Ночью он перестал. Вечером мороза не было, было около нуля. Но за ночь подморозило, и уже ледок под снегом. Хорошо снег шел. Сейчас утром 5 градусов мороза, но солнышко пригревает, яркое, теплое солнышко. И сразу сосульки на доме появились, на машинах снег уже начинает таять. Скоро надо будет сосульки уже обивать, чтоб они не упали вниз. Ну а сейчас совершим небольшую прогулку по моему саду. Посмотрим, какая красота получилась у нас. Вчера в гости пришел ко мне снеговичок, маленький-маленький. Простоял сутки. Снежком его припорошило. Но пускай стоит, пока не растает. Ночью ко мне гости приходили, оставили следы. Много-много их приходит. У самого кошечка и котик, вот они и повадились, ходят и ходят. Вот она идет, моя девочка. Постоянно за мной ходит, куда бы я ни пошел. Thank you.
Вот такая небольшая прогулочка получилась по моему саду. Заходите на мой канал, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем отвечу взаимно и очень буду рад дружбе. До новых встреч! Снега еще будет много, и много будет роликов. Буду всех вас радовать своим видео.